Всем привет, с вами Роботинки Инк, и мы сегодня поиграем в игру под названием FNAF TD или Five Nights Tower Defense. И здесь вышло обновление, добавили очень крутую вещь, как называется, квестики, потому что с него я смотри, сколько денег нафармил, 8 тысяч, хотя я вложил почти ничего. Мне еще подписчики подогнали дофига ремнанта, поэтому это бесконечный фарм денег, но только тут есть один квестик, сыграть 5 игр. Не. Я и так дофига сыграл, смотри, как тут вообще дофига людей играет. А я всего лишь здесь победу сделал. Ладно. Значит, что добавили? Добавили квестики, которые я вам показал. Добавили 8 новых юнитов. Добавили новый ивент. Добавили подарочки. Удачи снять видео. О, уже спасибо, да. Я не буду играть. Я просто покажу, что добавили, и кодики покажу. Потому что я уже, дофига сыграл. Добавили донат. И я даже не знаю, это хороший юнит или нет, просто 400 рубоксов за 250 монет и какого-то юнита, который могут мне подарить подписчики, или я могу затретить, поэтому да, такой себе. Тут у нас есть, кстати, 2 юнита, за то, что будешь дофига играть. Алгея Фредбер и Вендор Чик. Вендор Чика, возможно, это просто юнит, который взрывает, как Бейкер той Чика. Я надеюсь, что она будет приносить, типа, деньги каждую волну, сколько-то там. Но это просто обычный юнит. На что я рассчитывал, непонятненько. У нас появились вот такие вот новые юниты. Их 5, тут 2 и 1. Все. Shadow Bonnie, я не знаю, выдали его игрокам или нет. Чё? Я русский, там чё, какую-то фигню сказал. Смотри, тут есть Левиафан Манго, который, наверное, где-то 2 штуки в мире, мне кажется, есть. Потому что, очень мало донатеров, наверное, в этой игре. Есть у нас Summer Toy Bonnie, который у меня есть, кстати. Давайте покажу вам его статистики. Тип... медленный. Я вообще не знаю, что это значит, но он очень плохой по статистике, что я его даже не хотел брать в катку. Мне страшно. И... Кокобой. Тоже полный хей. То есть, по сути, мы получаем обычного Балумбоя, у которого на 1 секунду меньше кулдаун, и немножечко больше урона, 25. Даже радиус не поменяли. Смысл? Просто модельку поменяли, окей. Ой, прям как ровненько, 404 таких существует, нифига себе. Самый прикол в том, что и на них нельзя использовать ремнанты. Мне это не нравится, смотри, вот сейчас попробую. Он эксклюзивный, я не знаю, зачем эти юниты нужны. У меня только 3 чеки осталось, чтобы всякие квестики делать. У меня еще вот сколько Фредди, я их могу, в принципе, продать. И все. Дальше у нас идет Энда гавайский. Он... прикольный, потому что он дает радиус. Радиус, как и ND02, кажется. Потому что я не смотрел, какие у него там статистики у ND02. Но он, наверное, такой же, только хуже, чем гавайский. Потому что у гавайского на максимальном уровне 1,2 множитель. То есть на 20% больше умножает радиус. Ну да, прикольно, зубастенький такой, танцует. Также у нас есть Посейдон или Сэмон Сейс Фокси. Ну смотри, какой он крутой. Фига, у него челюсть висает, не заметил это даже. Но он, видишь, какой крутой. Ему даже челюсть не нужна, что он так просто двигает ей. И у нас 5 новых карт, которые я уже все прошел. На импозе был там какой-то баг. Потому что на стриме у нас там было 6000 хп у Энда. Я охренел от жизни, поэтому... мне кажется, это пофиксить, либо это не пофиксит, и это реально невозможно, потому что там Nightmare, Impossible и Hard... невозможно проходить, там вообще бешеные хпшки у этих Энда. Вот прям такой же, только зомби. Ну, как там, фрекет называется вместо зомби. В принципе, на этом все. Давайте начнем с кодиков. Значит, есть у нас дофига кодиков. У нас есть кодик Summer. Да, ИГ. Да-да-да, Summer. Дает нам 3 души, которые можно использовать на энчанты. Потом у нас Update. Ну, что это такое? Update 3. Когда нам дают 100 монеток. Дальше у нас есть квестики и 30к активов. 30к активов. И что я написал? Ой, я лучше заново напишу. 30к активов. Плюс 5 душ и квест. Квест. И тоже 3 душ. В принципе, это все обновы, но если вы хотите, чтобы я снял, что там находится, то надо дофига лайков, потому что я устал. Ну, может, завтра я запишу еще, но мне надо новых юнитов, потому что мне их пока что нету. И смысла снимать видео пока что не вижу. Мне надо новых юнитов или хотя бы новый подарочек, чтобы их открыл на видео. А у меня пока что только
Самый ртуй Бонни и Кокобой. Самые худшие юниты, потому что они неинтересные. Самый интересный это Энда. Вот этот, который вообще никто не знает, что он еще делает. И Фокси, наверное, который просто ближник, и у него очень бешеный урон. Типа 1000, наверное, и все. Вендерчик, наверное, ну как Бейкер той Чика просто, и все. Потому что у него тоже такой же базука там. И все. А вот это я даже не знаю. Но это как вот этот замесик, потому что у него там тоже щупальца сзади видно. Но он, наверное, тоже поодиночке там дает. Или АОЕ он даже, то есть по несколько целей. Это мои предположения. Ну, а с вами был Роботный Кинг. Ставьте лайки, заходите в Телеграм, потому что все новости. Всем удачи и всем пока.